Нет? Так, когда мы поработали, тогда мы уже будем готовы пожинать плоды. Мы посадили дерево, побеспокоились, поливали его, удобряли, теперь мы будем пожинать плоды. Так она работала. А ждать, что все будет сразу классно, но даже вроде. А как понять, там же вот есть такие грани, где учитель уже перестает быть учителем, превращается в учителя, да? Как я говорил изначально, если у нас уже нет претензий друг к другу, то есть мы видим, что мы спрогрессировали. То есть мы до этого, скажем, были вообще мясоеды полнейшие, там это наркоманы, мы духовностью вообще не занимались, мы сошлись вместе, и мы видим, мы уже так бы вроде вегетарианцы там наполовину, вот, мы уже там что-то уже вспоминаем там Бога, там пытаемся людям добро делать, то есть какой-то прогресс. Но мы дошли до какого-то этапа, видим, но уже нет у нас роста. Мы понимаем просто, нет роста. И если мы можем без претензий, мы выполнили долг друг перед другом, у нас нет претензий, мы по-честному, по-дружески, мы говорим, давай разойдемся без претензий. Да? Кто знает такие есть отношения, когда люди вот так вот, по-любому решили. Потому что один хочет, а другой нет. Супер. То же самое, возвращаемся. Спасибо, ой, молодец. Don't do this over here. Get the freak out. То есть, если кто-то имеет претензию, значит, мы уже не можем по-любому разойтись. Да? Кто так не пускает. Работать дальше нужно. Я говорю, как нужно, а вы уже решаете вопросы сами. Давайте как методику. А это уже другое. Как методику, как работать? Ну да, вот какой прецеп. Этапы развития отношений мы рассмотрим в следующий раз, как начинается развивать отношения. Да? Сейчас я, какая задача, вы поняли, да? Хочу, чтобы вы задумались над тем, что нужно делать, над чем нужно работать для того, чтобы начинать новые отношения. Вернее, прежде всего, расчистить площадку. Сейчас сегодня у нас площадка, расчистить ее. Что нужно сделать? Можно? Чтобы мы не могли. Да, я скажу. Чтобы мы. Прежде чем начинать, мы должны строить новый дом, мы должны все расчистить, иначе ничего не светит. Очень-очень важный момент. Да, есть технологии, есть софт, да. И это не сегодня. Нет, сейчас мы же рассматриваем на этом. Сколько у нас времени, кстати? 70. А до скольки мы? До 8, да? Или до скольки мы? 8 уже начинается. 18. Еще можем, да, еще можем 20 минут. Есть какие-то вопросы, ребят, друзья, давайте, пожалуйста. 0,95. А там в этом передатчике есть. 0,95, 774. 74, 47. 0,95, 774, 74, 47. Ярослав, мудрого родца. Вы можете набрать сайт vedadom.com, вы кладете на мою страничку ВКонтакте. vedadom.com. Смотрите, научимся тому, что надо делать после развода или разрыва предыдущего. С чему мы научились? Я вот сижу и жду, когда же будет этот самый рецепт? Рецепт у вас да. Будет дальше, да. Сейчас, кто там написал? Научимся тому, что надо делать после развода или разрыва предыдущего. Вот что надо делать? Вот. У меня это год занял. Что мы сказали? Да. Кто, ребята, кто понял, что вы. Давайте скажите фидбэк, что с чем вы уходите сегодня. Что скажите, пожалуйста. Каждый свое. Скажите, что у вас, что вы. Что-то важное. Что вы поняли из того, что вы сделали? Я поняла, что там вы практически хотите искать ресурсы вместе. А как? Это уже методика делит, это индивидуально, даже не может быть на всех сразу. Да, это индивидуально уже, каждый индивидуально слушает. Самое главное сейчас, то, что это важно, то, что нужно, я и так знала. Здорово. У вас что, чем-то недовольны? Простите, пожалуйста, если я не удовлетворил ваши запросы. Я извиняюсь, пожалуйста. Я дал то, что я мог. Простите меня, пожалуйста. С собой заниматься. Извините. Очень осознать. Пройти все этапы. Вопрос. Вопрос. А насколько сильен вот обряд венчания? Насколько он вообще? Ребят, это я считаю, что это очень сильное энергетическое. Вообще правильно делать, вот, когда мы женимся, да? Что такое процесс венчания и женитьбы? Это получение благословения тоже. Это поддержка энергетическая поддержка, которую мы получаем
к чему вы должны прийти и попросить благословения своих родителей? Когда родители дают благословение, то что они делают? Они дают поддержку энергетическую, что ни что бы ни случилось, я буду с тобой, я буду поддерживать ваш союз. Я использую следующий подход к... Ну, это на этапе развития отношений, перед тем, как принять решение, что мы должны жениться, как вы задали вопрос, мы должны пройти следующий, ответить себе на следующий вопрос. Самое первое. Я должен сказать себе, задать вопрос, готов ли я быть с этим человеком на всю оставшуюся жизнь. Нет ума только. Ну, сначала здесь посыл, потом пропуститесь через все. Представить себе самое, вот что говорится на алтаре, да, и в беде, и в радости, и в богатстве, и в бедности, во все, until death us apart, пока мы не разлучимся на смерть, да. Я должен представить себе эту ситуацию, что вот самое худшее состояние. Когда все хорошо, это классно, мы принимаем, нет проблем, подарки все любим принимать. Но когда вот будет самая худшая ситуация, заболела, некрасивая, толстая, там еще такое. У нас же какое понимание? Мужчины, мы всегда в ошибке. Мы думаем, что женщина всегда будет такая вот красивая, классная, никогда не поменяется. Ну, а женщина, у вас ошибка какая? Вы думаете, ну, я его поменяю. Я переделаю, поточу, помою, почищу. Я попилю его, включаю пилу дружбу и начинаю пилить. Да, я его сделаю таким, каким он мне должен быть. Окей, и это самое большое заблуждение. То есть наши ожидания одни, а результаты другие. Хороший совет в этом случае. Чем меньше мы ожидаем, тем меньше у нас разочарование. И еще очень важный момент, когда мы на этапе будем разбить отношения. As is, take it as is. То есть what you see is what you get. То есть то, что я вижу, да, то да, я да, беру. Да, я да, должен... Не на перспективу, exactly, а на не поем, что большая, большая, что мы вот как-то бежать. Я с него сделаю, он будет такой, как мой папа. Я его, я пила дружба уже есть, я ее заведу, все поточу, все будет классно. Обязательно. Мы должны быть готовы, когда мы собрали свой мандатский дипломатический набор, мы известили, что он подошел, все классно. Мы потом смотрим на человека, что вот есть сейчас. Или он меня устраивает, увидит, кто он есть. Я не рисую себе ничего, не ожидаю. Все остальное, что будет, это будет сюрприз. Это будет экстра. И я буду очень счастлив с этим. Но не ожидать, быть готовым к тому, что есть сейчас. Не жди, что кто-то будет больше. Да? То, что потом будет разочарование. Если я вижу, что человек как вот, с теми качествами, которые у меня есть сегодня, so I'm happy. Я ничего не ожидаю, что что-то будет больше. Я уже имею сейчас, я happy. А если я буду рисовать, тогда там такое должно стать, или там он меня будет министром, президентом, вот, да, проблема. Это очень интересно, что у нас как раз было, мы были в 5 лет, потом мы встречались, он замужем. Общий бизнес, общее духовное развитие, общее меня все устраивало, этот вот, период, его перестало это устраивать, семейная жизнь конкретно. Ой, девушки, сам по себе. Тут много вопросов, почему вот отношения разрушаются, с разных сторон надо смотреть. Это когда одно из важных причин, короче, коротко говоря, когда мы выполняем свои обязанности. Не свое то, что нам суждено по природе тела нашего, да, женское, мужское. Я разделяю три основные понимания нашего назначения. Первое – это природа мужское, женское. Дальше – кармическое. С какой кармой я пришел, кем он должен быть? Доктором, врачом, там, учителем. С детьми отработать проблемы, там, с своими бабушками, дедушками, там, болезни пройти и так далее. И третье – это развитие духовное, любовь с Господом со всей. Вот если мы совершаем свою деятельность в соответствии с этими назначениями, тогда у нас проблем намного меньше. А если женщина пытается нести на себе ношу мужской ответственности, то есть работы во внешнем мире, то, что по природе своей не противопоказано, вернее,